Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня покупка из АТБ. Всем АТБшникам привет-привет! Как вы, скучали за обзорами из АТБ? Я, допустим, за АТБ очень сильно скучала за этим магазином. Мне его не хватало, скажем так. Итак, давайте посмотрим, что же мы сегодня с вами будем рассматривать, какие покупки. Первая — моршинская минеральная. Вот такая вот упаковка из 6 1,5-литровых бутылок. Стоит 77,40. Дальше. Квас Тарас. Лето называется, уже практически стучит в двери. У нас сезон кваса и мороженого начался, да? Квас Тарас стоит черный 21,90. Дальше. Мое любимое молоко. Додатково 80 грамм. Пряженое. Но сейчас по скидке. Хорошая на него цена. ВТБ стоит оно 27,90. Дальше. Балтийские булочки для сэндвичей. Вот такие вот на гриле мы хотим делать. По 11,50. Дальше взяла чай. Я уже его брала. Очень-очень понравился он. Здесь мята и чабрец. Здесь хороший состав. Сейчас я вам зачитаю. Смесь трав. Чабрец 60% и мята 40%. Все. Без никаких ароматизаторов, добавок, лишних каких-то примесей. Вот это прям чистейший, и он вкусный очень. Нам очень он понравился. Так, такой чай стоит травяной 24,10. Мудрость природы. Он называется, да? Далее. Так, хлеб тостерный. Вот этот вот тостерный 19,40. Все его знают. Соки садочек 25,30. Вот такая упаковочка из 4. Дальше перец сладкий. Перец сладкий по скидке сейчас килограмм стоит 87 гривен. То есть он раньше там стоил уже 100, да? Сейчас 87. Вот эти две штучки получились у меня на 40 гривен большие. Так, хорошая тоже цена, потому что сейчас все вроде подешевело, помидоры, огурцы, а перец нет. Перец стоит высокая цена. Дальше. Чай. Где еще этот чай? Верблюд, чай верблюд. Вот, зеленый чай Саусеп высшего сорта. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас зеленый чай, кусочки тропических фруктов, папайя, ананас, маракуйя и ароматизатор Саусеп, идентичный натуральному. Не знаю, как это понять. То есть это не искусственный и не натуральный, да, что-то между средним. Такой чай стоит, чай верблюд стоит 26,40. Дальше, любимую свою приправу взяла, где она? Томаты, чеснок и базилик. Мне ее очень тоже не хватало, я за ней так скучала. Очень ее люблю, 14,90 от Камис. Обалденные приправы от Камис. Так, это что у нас? Зубная щетка вот такая вот Oral-B, отбеливание, 57 гривен. Так, мороженое, белая береза. Фисташковое, оно сейчас по 36,90, у нас, правда, было 5 штук, оно хорошее, это хорошего качества, здесь пломбир, без написано растительных жиров, из масла 47,33, самое главное, смотрим этот самый, да, ДСТУ 47,33, вот, это значит, что здесь нет действительно примесей растительных жиров. Так, это я вам сказала, да, по 36,90. Томаты коктейльные, вот такие малюсенькие я взяла. Они по 49,95, я взяла на 16,48. Миллениум шоколад, 23,50. Черный с апельсином, мне он нравится. Так, Котекс, вот такие большие, 32,40. И вот такое новое мороженое. Новое детское, смотрите, Труд. Сейчас я его открою, вам покажу, потому что сама не знаю даже, что здесь. 120 грамм, написано какие-то игрушки, то есть там действительно игрушка или нет, не знаю. Тут тоже 47,33. Такое стоит 27,80, 120 грамм. Упаковка очень такая привлекательная, и там что-то, как несколько штучек. Сейчас открою и покажу вам. Это прям удивление было, посмотрите. Открываешь, а здесь... много вот таких палочек. А я думала, там какие-то игрушки. Вот так вот, видите? Игрушки, то есть. Интересно, да? Ой, оно уже тает, друзья.
Так что сколько здесь этих палочек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь вот таких игрушек-палочек. Вот такое вот мороженое. Очень интересное от Руть. Все, друзья, спасибо вам за внимание. Ставим лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Итак, друзья, забыла чек вам показать. Сумма составила 750 гривен 30 копеек. Сегодня вот ВТБ, 22 мая. И показываю вам цены. Вот такие вот цены. Насчет мороженого еще что хочу сказать. Вот это очень вкусное мороженое. Действительно, оно стоит своих денег. И по качеству очень-очень хорошее. Поэтому запомните его. Можете покупать точно его. Насчет вот этого детского. Мне понравилось. Несмотря на такой новый дизайн. И Руть, хорошее качество. Но на вкус не очень. Не знаю почему, но в общем хоть много вот этих палочек было, то на вкус оно какое-то такое немного тянется. Ну, значит, дети у меня не особо оценили его. Вот обычное детское мороженое в вафельном стаканчике, знаете, вот это дитяче, в 100 раз лучше, в 100 раз вкуснее. Поэтому я вам показала, теперь вы будете знать. Конечно, попробовать один раз можно, но чтобы был какой-то вкус вау, то нет. Вот это, допустим, намного вкуснее, и обычная детская Руть тоже вкуснее. И еще по поводу данной шоколадки хотела сказать. Когда-то я ее тоже показывала. Смотрите, написано 74% какао, да? Давайте посмотрим, что у нас в составе. Ой, наоборот. Значит, какао-продукты не меньше, чем 74%. Какао тертое, сахар, какао-масло, какао-порошок. Далее, апельсиновая цедра. Эмульгатор соевый лецитин, масло апельсина, ароматизатор ванилин. Могут быть также следы молочных продуктов, орехов и арахиса. Значит, меня единственное, что здесь смущает, это ароматизатор ванилин, потому что не указано, что он не натуральный. Если не указано, если натуральный ароматизатор, всегда пишут ароматизатор натуральный. Здесь не написали, к сожалению, вот это единственное, что в данной шоколадке меня смущает. А так, в принципе, состав какао-продуктов хороший, очень высокий. 74% это хороший процент. Это действительно, по крайней мере, похоже на настоящий шоколад. Потому что все остальные шоколадки, Милка и так далее, там же какао совершенно практически нет. Ну, там очень-очень мало. Почитайте в обычных шоколадках, сколько составляет процент соотношения состава какао-продуктов в вашей шоколадке. Все, друзья, очень рада, что вы посмотрели мое видео до конца. Пишите ваши комментарии, как вам мои обзоры. Тоже хочу услышать от вас обратную связь сегодня, потому что давно уже не слышала вас, не видела ваши комментарии по поводу обратной связи. Так что, друзья, буду ждать ваши сообщения, все читаю, на вопросы отвечаю, которые вы пишете. Все, друзья, всем пока-пока, хороших выходных, хорошей недели, всем здоровья, удачи, всего самого-самого наилучшего.